Скажите, пожалуйста, просите, меня слышно или нет? Замечательно. Итак, меня зовут Татьяна, мне 25 лет, я живу в городе Ярославле. На данный момент я работаю в турфирме. На начало программы, то есть это было в середине августа, 13-14 августа, мой вес был 55 килограмм. Да, он не совсем такой прям большой гигантский, но тем не менее что-то мне не устраивало. Не устраивало меня, в принципе, своя попа и животик. Можете посмотреть в группе, я также веду дневник, там есть фото, и, соответственно, все будет понятно. Однажды я просто не влезла в свои любимые брюки, и примерно в этот момент я поняла, что необходимо что-то делать. Ну, брюки же любимые, надо же влезть. Также увидела, что я следила за Натальиным дневником, и увидела, что идет набор в группу снижения веса. Также мне, в принципе, было важно поменять свои привычки питания. То есть я начала понимать, что я кушаю неправильно, соответственно, задумываясь о том, что пора бы уже ребенка заводить, и я решила привести свое здоровье в норму. Также, отметив результат Натальи, что она, собственно, сидела на этой программе, и все у нее получилось, я подумала, почему бы у меня это не получится. На данный момент я вешу 51 килограмм 200 граммов, то есть за 2 месяца ушло почти 4 килограмма. Хочу я дойти до примерно 50 килограммов, может быть, не получится, но посмотрим, и убрать свой небольшой животик. Мои привычки за данное время, за 2 месяца, поменялись достаточно сильно. Я стала кушать больше овощей, фруктов. Полностью отказалась от жареного, от колбас, сосисок. То есть я следовала программе, которую вы можете увидеть в ежедневнике или руководстве по wellness. Я пью продукты wellness, это Reflame, это wellness pack и коктейли. Какие для себя плюсы в этом я вижу? То есть с помощью коктейля я снижаю количество сладкого. Собственно, я без которого раньше просто не могла жить, для меня это вообще самая большая проблема во всей моей затее. Сейчас, конечно, все меньше. Опять же, коктейль отлично удаляет голод. Я пью его в качестве перекуса между приемами пищи или за полчаса до обеда или ужина. Это помогает уменьшить порцию, соответственно, съедаемого за обедом или ужином. Опять же, витамины я пью уже несколько лет, я их начала пить раньше, чем коктейль. Заметила результат буквально через месяц по ногтям. Ногти ломались, слоились, и буквально за курс приема я увидела, что все стало в норме и стала продолжать. До сих пор пью. Вообще уверена в этих продуктах, естественно, есть некоторые вопросы, но сейчас я Елене их задала. Что еще я хотела сделать с помощью этой программы? Я хотела помочь своему супругу. Собственно, там у нас есть проблемы с лишним весом. Я хотела показать личный пример. И я этого добилась. Очень рада этому. 2 недели назад мой муж, увидев, что я начала показывать результаты худеть, попросил меня точно так же начать ему готовить, как по своей системе питания, по системе естественного снижения веса. Кроме всего прочего, я хожу на тренировки, то есть я занимаюсь шейпингом 2 раза в неделю. А в моем случае тут незначительная потеря веса нужна, поэтому без спорта, без укрепления самих мышц как таковых, этого результата я просто бы не добилась. 2 месяца также я фотографирую свой прием пищи, каждый выкладываю в дневник, там это все можно посмотреть. Это помогает отслеживать то, что кушаю. Особенно в самом начале, когда достаточно сложно слезать с пищевой иглы. Опять же, как и говорила Наталья, девочки-участницы читают, комментируют. То есть такое чувство, что ты не один, оно очень это облегчает жизнь. Также можно задать свои вопросы и получить ответы. То есть если планируете похудеть, то в компании это делать гораздо легче. Я, конечно, раньше в это не верила, но сейчас я заметила это. Сейчас, на данный момент, многие привычки мои поменялись. Не все дается, но уже очень многое. Вообще, я поняла, то есть самое главное, что я для себя вынесла, это я поняла, что правильное питание – это не так сложно, как я думала раньше.
То есть главное, чтобы были все необходимые продукты под рукой. То есть на самом деле все гораздо проще, чем может показаться. Все эти приемы через 2 часа пищи, это не, через 2 часа, да, это не так сложно, как кажется. Если у вас есть желание и цель, то, соответственно, вы ее достигнете. Если у вас будут какие-либо вопросы, то, пожалуйста, в своем дневнике я могу на них ответить в группе ВКонтакте, которую сейчас вы видите на экране. Спасибо.